Опа, я вернулся. Так, продолжаем исследовать мир Baldur's Gate 3. Мир, который с довольно-таки существенной вероятностью я могу дропнуть. Эльфы, дварфы, полуэльфы, полуорки, гномы и тифлинги наделены ночным зрением. А гитьянки нет? Сколько, интересно, нужно времени, чтобы пофиксить? Да, у них нет ночного зрения, странно, но она при этом выглядит, как будто у нее должно оно быть. Мне интересно, сколько нужно времени им, да, чтобы пофиксить... То, что персонажи очень тихо разговаривают. Так, ну я пошел. Уйти из лагеря. Так, с кем я разговаривал, с кем нет, я не помню. Без понятия. I can pack or talk, and right now I'm packing. Люди пон. Это да, мерзкая. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tieflin. If you ever had it to begin with. Заткнись. То навсегда заткнешься. I'm not afraid. Chosen by the absolute, I am. Absolute. I'm blessed. Так, бог какой-то очередной. You, all right. Не буду вставать перед арбалетом. Наблюдать. Here it comes, you little beast. Куда я должен вступаться за эту хуйню? Мэби, она бы мне какую-то информацию могла дать, но... Мне, если честно, наплевать. Я не понимаю, почему нужно за ней заступаться. Я могу тут спуститься или что? А сюда нельзя? А тут что? Ржавая тюремная дверь. Тут кто-то есть? Вроде никого. Но нет смысла это взламывать. Тем более, всякие подобные действия, типа там взлом или обезвреживание мин. Оно бесполезно. XP не приносит. Так, я зовут, наверное, никто же его не видит. Интересно, если здесь своровать что-то, у тебя сразу нападет весь, ну, все поселение. И тебя будут ненавидеть. Я всегда кринжевал в таких ситуациях, будто бы, ну... В реальной жизни, если ты что-то перед кем-то, да, заберешь, там, какое-то яблоко возьмешь чье-то, на тебя нападает весь город, бля. Моментально тебя все хотят убить. Все-таки не так работает. С крысой можно говорить. Здорово. Дрессировка, успокоит зверька. А ну, хуя себе. Давайте его успокоим. Успокоить мальца. Ой, 4. Ого. Повторный бросок, используя вдохновение. А почему бы нет? Хотя это не особо важно, мне кажется. Продолжите. Ну, цверка, цверка, и что дальше? Микропиздюк. Каменная дверь какая-то. Чашку можно продать.
Where did I put that in the bucket? Что здесь? Данис, бегш. We're exposed now. Ничего нельзя? We'll get to the city soon. I am not grumpy. Мир глазами Бумпо. You're an idiot. Бумпо описывает представителей необычных рас, которых он повстречал в своих странствиях. Птицы, люди, аракокры. Голова и крылья попугая, но тело при этом вполне человеческое. Табакси. Раса разумных кошек. В многих играх такие есть. Гинаси, создание стихий. И тортл, гуманоидные черепахи. Hope the road isn't too bad. How long until Roland shows off his thunder wave? Depends. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? А где сити далеко, не? Я без понятия, что это такое. Какие там планы? Не отбросить копыта в дороге, уже предел мечтаний. Luck's been on our side this far. No reason to think it'll run out now. Optimism, my friend. Try it out. Never get the smell of my clothes. I'll have to burn them. I suppose we'll start in the outer city. Get a little business going. Your spiced tea is life-changing. And I can bake up almond cakes 20 at a time. I'll talk to the guards in Baldur's Gate. I speak their language. My love, you were a caravan escort for 3 days. Yes. You quit in the middle of your shift. You sound like your father. It was his caravan. No helping it. We're exposed now. Так, Зорру. С тем челом я общался. Это кто? We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face before I control. You're an idiot. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Постараюсь. Все, пойду с друидами общаться, чтобы не выгоняли этих демонов. Где на карте? Далеко мне надо пойти сюда зайти. Поговорить с Кагой и обратиться к целительнице Нетти за помощью. А где мы находимся? Мы вот здесь. Надо сюда пойти. Странный волк. Скучающий волк. Чего? Похоже, чем-то здорово заинтересовало этого вола. Странный вол. Вол. Попробуй понять, что не так. Магия. Но у меня... магия не вкачана. Окей, повезло. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Не понял, как будто человеческим голосом сказал ему. И чё? Может, что-то в хард хочешь с ним поговорить?
something's off. This creature isn't what it appears to be. Moo! Ничего не понятно. Могу какой-то эликсир применить. Не совсем понятно. У меня есть эликсиры, чтение мысли какие-то, вот, свиток обнаружения мыслей. Надо ли? Еще какой-то свиток был, то ли зелье, то ли свиток. Зелье общения с животными. Чающий волк. Голодный волк. А ты чё? We're cornered in this place. Even the bloody druids look like they might turn on us. Ладно, пока непонятно. Что тут не так? Супер набор. Сундук можно взломать. Плюс 8, ого. Плюс, ого, блять. Ловкость рук, мастерство, ловкость рук, умение. Класс сложности 15, но у меня 9-12 бонус. Один? Критический провал. Чё, блять? Три попытки, ох, у меня еще есть воровские инструменты. Чё за... Один, блять. Моя первая единица. Четыре золота. What a joke! Сек, вот записывается. Ну да, все нормально. Так, идем дальше. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Что за микрочел? Go on. Take this ring. Lucky ring. It's lucky. Проверим ща. Что-то имеется в виду? Хамарский финт? Взять кольцо? Попробуй это нажать. I never learn names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Плут, ловкость рук. Типа такой-то наебалово, мне его не брать. Сделать обратный хамарский финт, спрятать кольцо. Плюс 3 от ловкости, плюс 1 от перчатки силы, плюс 2 от ловкости, плюс 2 от ловкости. Класс сложности 10. А почему у меня два кубика? Потому что у меня преимущество? А. То есть поэтому я могу два раза бросать. И тут 9-12. То есть получается, если даже выпала единица, я должен был бы выигрывать. Но это ёбаный Baldur's Gate. То есть всегда можно проиграть. Всегда можно проиграть. Это кринж, конечно. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. Убрать кольцо в карман. Hey, hold on, you gotta pay for that. А схуяли? Не-не-не, чел. Не-не-не-не, ты меня обманываешь. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Сейчас посмотрю. Really? I mean, good. Показывай. Ты продавец колец? That's what I got.
нихуя не продает. Кольцо устойчивости к муравьям. Чё, блин? Кольцо бесконечных желаний. А где то кольцо, которое я взял? Я что-то не понял, а где оно? Вы его видите? Я нет. Не совсем понимаю, зачем метательное оружие, если у меня есть луки и арбалеты? Где кольцо? Хуй поймешь. Nothing. You suddenly feel something moving against your back and turn. Ты воруешь мое кольцо? Молча наблюдать за ней, вдруг она пытается сыграть на жалости. Давайте попробуем. Ну и го это. One of the big kids. How? How did you catch me? Так я пулт. Wow, thank you. I guess I'll try harder not to get caught next time. Мне точно кольцо не украли? Bye. Так я не понял, блин. У меня его в инвентаре только что не было. Очень странно. Волшебное кольцо. Но оно ничего не дает, правильно? И ничего не стоит. Лол. Как тебя так, чтобы когда тобой звук не пропадал? Неужели ты тоже этого нельзя делать? Потому что в многих играх можно сделать так, чтобы звук оставался при альтабе. А здесь, видимо, нет. Выключи звук при переключении окна. О. О, все. Куда она убежала? Малявка. Дыра. Что за дыра? Что это такое? Ейбу, what's that? Блин, ну что с камерой этой? Как неудобно управляться. Дыра, блин. Нефиг с ней делать. Малец продает фейковые кольца. Спасибо, блин. Так, что мы здесь имеем? Last room. Let my daughter go right now! She's a thief, Hellspawn! And you will wait for Corga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrisham, or I'll rip your damn throat out! Бля, страшно вырубай, чел. We need to get Arabella out! Now! You heard the guards. They're waiting on Corga to give word. I'd sooner trek through the nine hells than trust that snake! Ugh! Arabella tried to steal their idol. А, ну так ясна воровка. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Нехуй воровать. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Sounds like she made the fatal mistake of getting caught. We shouldn't get involved. На, ребенок. Ну, воры заслуживают наказания, тут все просто. We'll figure something out. We always do. Speaking of, we don't have time to gabber.
You'd best move on. Может, я и поговорю с ними. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. By a bear. Try grease and palms. Можно я пройду? Мы не демоны. Я не демон. Carl Magrin, give her a chance. You, get back! Ну это, конечно, громко. Если бы не я, вас всех перебили бы гоблины. Я ничего дурного не хотел, мне что, нельзя просто пройти? No, and you'll find trouble all the same, unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. А хули она меня хочет видеть? Потому что мне на нее квест дали. Торговец? Медведи продаешь? Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, мелкие, distinguishing qualities. You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Совершенно обычные, мерзкие и подлые. Или дать точное описание. Ладно. Goblins were of rare gem-colored hue. And wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? А, понятно, действительно. Witnesses failed to notice the obvious. Dragon. Очевидцы не заметили дракона. Ты чё, чё? Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Отстань. Really? Well, this does complicate things. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglamia in favor of someone called the Absolute. The scandal! Гоблинские суеверия не стоят того, чтобы переводить их на них чернила и пергамент. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. Умно, умно. If you'll excuse me, I'll knock the door. Почему тут дракон чел? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Ну дурак. Я думал, он хоть на чем-то основывает свои приколы. Что вы делаете? Негр-друид, вон. Горка. Дрессировка. Осторожно толкнуть зверюгу в бок. Может, не надо? Уйти. Вазы можно лутать. Блестящий ключ. Топаз. Ты кто такой? Чик-чирик! Мы поговорить с топазом с помощью какого-то зелья?
Зелье общения с животными. Я могу с ними разговаривать до следующего отдыха. Охуясь. А ну, топазик. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Пнуть птицу в надежде ее отпугнуть. А. Го, обман тогда попробуем лучше. Чем ее пинать? Да, ну тут как повезет. Мало шансов. О, изи. А разве у меня харизма не вкачана? Почему? Можно ключик? Yeah. Yeah, you're right. This is better. Птичка ирландец. О, могу забрать? Я взял пшеницу. Она где она лежит, непонятно. Пшеница. Я взял какой-то ключ. Блестящий ключ. В гнезде сойки. Сойка из Ирландии, блять. А чё за пшеница? Где она? Я не понял. Не вижу её. Лупа. Золото. Лупа. Выбросить. Так, а с медведями я теперь могу разговаривать? Чё за рычаг? Может засейвиться, прежде чем его нажимать? I'm sleeping. Мне нужен подъемник. Okay. Спасибо. А куда ты подниматься я буду? А, это скоротка какая-то. Ладно. Так, кабаны еще какие-то есть, я могу с ними тоже говорить, но... Апикузис. Speak. Find Netty in her room. Through the carved door, deeper in the grove. Что ты говорила о той птице? Она кому-то что-то говорила, правда, я не видел, какой птице. The bird knows. She needs to know. You do not. А я могу спросить у нее. Го убеждение. Тут у меня хоть бонус есть. Четыре. О, десять. I forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Так она хочет их выгнать. Ты так и не сказал, что делала с птицей. It searches for news of Master Hulsen. Only he can set this right. If he is gone, well. А тот, кого взяли в плен, наверное, или как? I would prefer not to. But if Master Hulsen does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter. Я могу полынь пособирать или как? Какой-то шафран. Полынь. Что я могу из полыни скрафтить? Silvanus, the forest father, we are granted balance. Где Хрюкич? Я сейчас с ним поговорить. О, он тут няшится. I thought you were Halsey.
The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Что с тобой? Where's Alcin? Promise me a mate! Oh, wow. Так, значит, надо идти. Поросшим мхом камень. Каменная дверь. Я просто вошел. Я могу забраться наверх. Интересно, для чего? Чтобы драться? Please, I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Стоит ли за нее вступаться? Girl, you mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Страшная рубая. Come, we took back the idol. Surely... Do it. Природа, убеждение, обнаружение мыслей. Ну тогда, по-моему, это будет агриться, разве не? По-моему, тогда будет Shadowheart агриться. Такс. А смогу ли я перекинуть? Я не понимаю, где мое вдохновение делось. Три? А где вдохновение? Нет, два вдохновения. Го еще раз. Не, ну так еще можно играть с ними вдохновениями, это да? То есть, потому что эти кубики просто руинили, это бред. Very well. She may go. Shadowheart одобряет? Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Teela to me. Я вообще не понимаю логики. Shadowheart говорила не вмешиваться out, в это. Thief. My grace has its limits. Я окончательно запутался. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin will be here. А что с ней случилось? Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Вообще она охуевшая? Тян, получаю вдохновение, слезинка ребенка. Я что-то не понимаю, я вообще запутался. А почему Shadowheart говорила... запутался. Мы спасли девочку по имени Арабелла, которая чуть не прикончила змея. Она побежала к родителям, надо будет поговорить с ними. Исходящая от маленькой незаживающей ранки у нее на руке. Что с тобой, Сонечко? Хотя это не Сонечко, это Луна. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Какая-то магия вокруг нее. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Бля, кто мне там пишет? Так. Сильно болит. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Не, ну я знаю, что не связано с личинкой. Я в принципе верю на 100%. Fine. What's on your mind? I must admit, you've been a surprise, and not an unpleasant one.
Я уже родственная душа. Я запутался, Брэк. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. Так. Почему Shadowheart это в итоге одобрила? Я не могу понять логики. Если она до этого набора была против, чтобы мы этим занимались. Типа, ну попалась и попалась. 13 отношения. Тут 18. Ладно. Лазель почти оно не испортилось от этого. Так, с Сидой можно поговорить, кстати. Ратх. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. Ты про Бруиджу? Это Кага выглядит опасной, кстати. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Master Halsin. Perhaps goblin called, perhaps dead. He'd set mistress Corga back in line. Хальсина. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the rite is finished. So many more sent into a world gone mad. Я могу попытаться. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Сколько весит твое что угодно, чел? Our need is great. I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Come, Silver. Stay close. Седой Сильвер? Почему Седого перевели как... Почему Сильвер переводится как Седой? Another stranger come to vex me. Сильвер это серебро. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Расслабься. Кто тебя докучает? Я их проучу. Silence. Your help is not required. Not by me, at least. Не агрись, Пупсич. Так, куча разных квестов. Это одновременно второй, ну, одновременно не мейн квест, и мейн квест. Seems like a good moment to talk. Так, давайте сейчас со всеми поговорим. Anything of use? Сундук можно лутать. Best be on my way. Что здесь? Так, Нейти я нашел эту. Только с ней пообщаемся. I see you. Just give me a moment. Терпеливо ждать. This medicant. There. Отхилил аптечку. It's up to her now. Life or death. Now. What was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. Mm-hmm. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. У меня личинка в голове. A tadpole. A mind flayer tadpole. Mm-hmm. А вдруг эти личинки... А вдруг у нас их и нету, кстати? Типа то, как мы выжили каким-то магическим образом, непонятно. Может, это убило их? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Might be? Интересно. We need to be quick. This way. Пойдем. Так, я там еще не поговорил со всеми, ну ладно, идем. Хилл важнее. Библиотека Анклава. Скрытый труп дроу. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start.
хочешь мне там воткнуть глаз? It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. All right. Let's see what we can do. Ребята, хочешь меня этой палочкой, блядь, тыкать? It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Да дело, что с нами ничего не происходит. А, нет. А, да, нас точно есть личинки. Я могу соединять свой разум с разумами других зараженных. Victims can identify each other. Да, not о чем, that the о others думаю, know victims, of course. How do you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Спрятал палочку, ты меня и убить хотел? This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. Ага, я так и подумал. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Ну, придется наебать. Ладно, давай его сюда, бесклянусь. Swear it! Ну ладно, клянусь, наебу. А что поделать? Вот тот самый случай, когда заставляют наебывать, пиздец. Когда заставляют соврать, причем еще и поклясться. Не буду себя убивать. В любом случае. I hope it doesn't come to that. Они оба одобряют? Thank you. Here. Ну да, ладно. You know, видите, I've spent как круто врать, да? And never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. This is непонятно. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections, and it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? В любом случае придется этим заниматься, потому что надо это еще кагу. Thank you.
It would mean everything to the Grove. To me. От Каги это избавиться. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halson didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Uh-huh. Remember ага. Your oath. Похуй мне. Ты меня заставила. Вот мне не насрать на клятву, которую мне заставили сделать. There's something in that vessel. Take a closer look. В каком сосуде? Руна орла. Руна лося. Я могу что-то утонуть здесь, вроде никто не видит. Никто не смотрит, что я лутаюсь, поэтому. What's that? What's what? Жаблюдский вороночник. О, дверь еще одна. Каменная плита. Еще проходы были какие-то. Не знаю, стоит ли туда лезть. Магия плетения. Кажется, я бы мог это залутать попозже, возможно, когда они ко мне хорошо относились, когда я спасу их мастера. Ну, можно и сейчас. Кто мне мешает? Облако кинжалов. А. Про элититов. Империя народа, что называл себя элитидами, потрошителями разума. Дети гид склонились перед ними, стали слугами потрошителей. Типа гидьянцы эти. Местные злодеи, потрошитель разума, блин. Поспешное отступление. Медленно получить качество бонусного действия рывок до каждого из ваших ходов до окончания действия заклинания. Так, это я вроде читал. Послание из мечной цитадели. Еще книжки подбирал. Трактат о монетах души. О, у меня есть монета души, я не знаю, что это. Сама идея монет душ проста до беспощадности. Магическая личностная сущность индивида, его душа вкладывается в чеканный диск из адского железа, чтобы затем использоваться дьяволами и их приспешниками в качестве валюты. Ну, короче, эти монетки будут нужны. Какие-то
питать можно загадочные адские механизмы и платить. Короче, это, ну, там, в каждой монете чья-то душа. И недорогие, походу. Это ценная валюта. Это выход отсюда или как? Где выход вообще, блядь? Might be useful. Образец элитийского паразита. Торопливо написанная записка. Если тебе нужно войти в хранилище, поговори с Радхом. У него есть руна, но абы кому он ее не дает. А, так хранилище мне и так откроют вроде, да? Мне не обязательно взламывать его. Looks like Halsin's our best bet for a cure. Это хранилище, скорее всего. Time to track him down and see what he knows. Но мне не обязательно его взламывать. Forget Halsin. Only a githyanki creche holds our cure. Да ты заебала. Мы и то, и то можем делать. I can't even see a lock to pick. А, не могу это вскрыть. I can't even see a lock to pick. Тогда забейте. Высади друида, найди логово, в котором он укрылся, и доложи мне. Ты разведчик, в контакт не вступай, не убивай никого. Хм. Я решу сама, что делать дальше. М. Алло. Оно прозрачное или что? Я понять не могу, блять, или это разрабы обосрались с текстурами. Как бы там дверь должна была быть открытая или что? Так, а что здесь? Тут мы еще не были. Так, что здесь? Маркарил. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Так и не понял, эти тифлинги, они насколько плохие. Не, ну они дьяволы буквально, лол. Что можно сказать? Так, я могу что-то спиздить, никто не видит. Пограничная философия, владыки безумия. Из всех лордов-демонов мало кому удалось остановить такой... О, вернее, оставить такой значительный след в мире, как Йеногу. Гнолы. Избранник Йеногу следует приказу своего хозяина, убивает, затем гиены пируют на трупах, и из забитого тухлятиной чрева гиены рождается гнол. Серьезно? Блин, мне нравится, конечно, лор в этих играх. И музыка все-таки хорошая, музыка качественная, но... Ну, это не Divinity. Вот сейчас реально крутая музыка. Я помню, когда я исследовал разные, ну, типа, текста, пещерки в Divinity, там тоже интересная такая классная музыка играла, атмосферная, когда ты читал какие-то книжки, это было охуенно просто. То есть, по такую пиздатую музыку, когда, ну... Вот... Еще и шрифт просто супер охуительный. В этой игре шрифт 10 на 10, я просто его обожаю, он просто прекрасен. Верховная изобретательница врат Балдура.
Тут я не особо понял, о чем речь. Я потихоньку пытаюсь вникать, но много я не понимаю. Так, своровать я больше не смогу, там тот чел возвращается. Ну и ладно. А если меня словят, я просто могу загрузиться. Как интересно. Кек. Блин, сейчас чихну. Да-да-да, я. Че, говорится, так кагой, каргой. А есть ли смысл? Как я спасу беженца? Если мне в любом случае надо будет находить этого чела. О, тут крысы имена есть. Давай с ней поговорим. Rat watches your movements, but does not speak. Rat watch. Rat glares at you, but says nothing. Я же все еще могу говорить с ними. До долгого отдыха. А это? Rat doesn't respond. It simply bares its teeth. А если убить тебя? Go on. Say it. You think I'm a monster? Да хуй тебя знает. Ну, у тебя эта змея, ну, напрягает. Давайте это выберем. Ah, you don't see a monster. You just look at me through one's eyes. You are like the devils. Where they tread, бля, chaos follows. Бля, хули ты такая агро? No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Ну, вообще, ее можно понять, конечно. И мне тоже было бы насрать на тех этих дьяволов, которые там погибнут. Это не моя забота. Но я спасу этого друида, пусть они сами решают потом. So you say. Yet the child walks free. Так я тебя убедил, хули. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Это ваши дела? Да и беженцы не моя забота. Сначала друида спасу. Then they soon know the sting of my venom. Ну, окей. Get out. We have no more business. Я думаю, сначала друида спасу. Так, это что за додики? Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Додикус. Так, ладно, пофиг. Пошли получим награду за девочку. Показать на карте, это куда надо идти? Не в каменную дверь или что? А, ну в любом случае сначала надо выйти отсюда. Так, это завершено. Но Нетти это какая-то слабая целительница. Мне надо было найти какую-то другую целительницу. Ладно, неважно. Что за проход? Keep their confidence, if you insist. Ну,
Туда идет проход. Даже не знаю. Кто-то поет. Альфира. Научишь меня петь? Научи меня играть на этой штуке. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Научи меня играть или нет? More like butchering. Don't know why I bother. No, I'm moments away from a grisly death at the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? Я могу ей помочь как-то? We lost people on the way here, and the dead deserve to be remembered. That's what my teacher always said. А как она хочет обратно вернуться к своим челикам, если там проход закрыт? Я могу помочь дописать тебе эту песню, не знаю. It can't hurt. I have an extra lute, if you want. Ты меня научишь играть, я просто не умею. О чем эта песня? My teacher, Lihala. She loved dancing. Had two left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Продолжай. That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Что-то у Харт это такое выражение лица постоянно, какое-то грустное, как будто она скоро расплачется, как будто она сочувствует, но на самом деле она ну, потом говорит какие-то ну, мрачные вещи. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait. Что мы делаем? Я ей помогаю? А меня научит играть? Что-то тихо. Что сложно было поработать над звуком? Могли бы сделать более эстетичные рога этим демонам?
не слишком они грубые и здоровые. А я могу долго так слушать это? Или тебя должен дождаться конца? Но в итоге я не научился играть Sorry. На лютне. Кстати, реально хорошая песня. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Соберись. Или сказать, что ее наставница гордилась бы. She'd yell at me for that clunky verse. And make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Я думал, он предложит ее в пати взять. It's still rough, but my song is getting there. То есть в итоге она меня даже не научила играть. Обидно. О, залоченный сундук. Буквально залоченный. Couple turns should do it. Класс, классно, C10. То есть я буквально не могу проебаться, если будет до двойка. Только единица. Я красиво сломаю. Воодушевленный вашим бардовским вдохновением, союзник также восстанавливает 1.6 ОЗ. Моим бардовским вдохновением. Не знаю, о чем речь, блин, у кого какое вдохновение есть. What am I to do? Action, not reaction. Action, not reaction. Oh, enough waiting. I crave for blood. Да хули ты прическу меняешь, дура? Мне не нравится, когда она такую прическу делает. Но и вообще не идет. Мне еще говорили, типа, я туплю, она меняет прическу, потому что, ну, у нее там этот, сзади такая темка на волосах, но это все равно бред полный, она не может делать прям такую прическу дурацкую. Воодушевленный вашим бардовским вдохновением. Блин, какое бардовское вдохновение, у нас такого нету, у нас бардов нету. Вот бард, но она в пати не хочет. Не знаю, Мобиэд взял бы ее. Репозиционинг. Надо поговорить с Белкой. Вот дурники. А, это можно залутать?
No one back home will ever believe this. Куда вы прыгаете? Not yours. Так, я вам привел вашу Арабеллу. The druids don't... You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Награда будет? I don't know what we'd do without her. Мы можем торговать с вами? I did, but I was robbed. You wouldn't know anything about that, would you? Yeah. Marry. All we can offer is our thanks. Arabella? Thank you for helping me. Жадничай. Stop. Арабелла, безопасность, ее родители благодарны нам за вмешательство. Вы получаете медальон Камиры. Принять. Что за медальон? Пляшущие огоньки? Ну, либо же я могу говорить с мертвыми. Что такое? Что это такое вообще? Осветить местность. Хрень. Полная хрень. Speak. Ты чё такая дерзкая? Hey, are you here to trade or? Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Молодец. Будешь отстёгивать мне долю своих барышей? О, неплохо. Fine. I'm not so good at counting, but I think any percentage of zero is zero. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. А торговать будем? Think you could stand back a ways, pal? Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Very well. Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Да, блять, что происходит? Так, то что будем делать? Будем, наверное, друида искать. А это где? Так, это спасти друида, а это найти ясли. Так оно рядом. А это обратиться к тетушке Этель за помощью. А тетушка Этель это кто? Это какая-то более искусная целительница. Кто такая Этель? Ага. То есть у меня три варианта. Тетушка Этель. А, это та, короче, которая еду давала. С чего начнем? Это прям далеко. Тут портальчика больше нету. Это портал? Нет. Ну вот, два портальчика. А где еще портальчики? А вот, окрестности Изумрудной рощи. Почему у меня нету списка этих вейпоинтов, рунных кругов? Больше некуда идти, в принципе. Тут я был уже. В эту сторону я не вижу смысла идти.
Не, ну можем пойти сюда попытаться, к тетушке отель. А хули нет. Правда, непонятно, есть ли тут проход. Я пока этого не понял. Го поищем. Вот Гейл будет там вечно стоять? Так, я даже не тестил еще свое новое оружие ни разу с момента покупки. Still breathing, despite everything. Тут реально нет прохода? Как это к тетушке отель добраться? Shadow Heart. То есть тут чисто море? Блин, тут не видно прохода. То есть получается мне только в эту сторону идти? Can search for you, Blaisel. I know they do not. It is my responsibility to cleanse myself. They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of many and will not be a burden to my queen. На самом деле мне это Лаэзель начинает нравиться. Так, идем сюда. Сломанная лютня, можно продать. Кстати, кого еще не лутал? Лаэзель, how would you punish someone who wronged you? Wrong me how? Oh, say murder or theft? Killing is good, it culls the weak. But theft would be paid for painfully, a thousand times over. Hmm, good to know. Все, больше никого лутать. Цвырк, 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 цвырк. Small bipedal goblins, perhaps. Что за проход? Какой-то подземный ход. Бочка с маслом. А еще могу скрафтить вроде эликсир. О, зелье лечения. Чем мне хватает? Соли зонтика воровского. А, воровское лакомство. Соли зонтика воровского. Извлечь. Чем я могу сделать? Nice. Чё за проход? Куда он ведёт? Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Статуя стража. Аааа! Блять! Ау! Ауч! Ты можешь мне похилить Shadow Heart? А вообще, типа, есть смысл потратить заклинание первого уровня? Потому что, ну...
Так, ну допустим, я его потрачу заклинание первого уровня, да? То есть я могу их тратить, потому что все равно их не буду потом использовать в будущем. И теперь обратно в книге убрать исцеление ран и поставить слепоту. Вот. Мне в принципе не нужны заклинания первого уровня, мне тут только второго. По крайней мере пока. У меня в будущем будет больше слотов. 6 слотов реально мало. Так, ладно, все, мы себе воем, тут мне не понравилось. Хотя мы это можно как-то обойти. Но я пока не знаю. Может, хуйню надо расстреливать? И насрать. Может, нам надо красться? Так, а я что-то еще находил, но я не мог с ним контактировать, да? Так я забыл, что и где. Да, я там что-то еще находил. Это было в роще друидов. Так, это каменная дверь непонятная. Спасти беженцев. Подожди. Вернуться к Зевлору. А почему он здесь находится? Что-то я не понял. Пошли к тетушке отель. Заглянем. Maybe I need more pockets. Рюкзак проебал. О, найс. Кошель. Щит из обломков дерева. Это, наверное, дерьмо. Какой-то мост. Полы. Вопрос, как эта тетушка туда добралась сама. К себе домой обратно. Опа, сундуки. Мертвые искатели сокровищ. Короче, в принципе, это все рядом. Сейф. Меня ждут проблемы. И кого-то вижу там или что? Вроде никого не вижу. И при том, что желтая. Это что? Ародин? А где его вижу? А, вот я его вижу, да. Бля, слепой. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. А, тот чел, который решил пойти искать. You and me both. Gonna find the wizard who gave us the contract that got my people killed. Left out all the important bits. Like, beware. Treasures beneath a pile of goblins. Полтора гоблина положили весь твой отряд. Ну вы дебилы. Что за заказ такой? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it.
It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. Где тот Брайан? Где его найти? All I've got's the contract. Can show you where we turn back. If you feel like dying. Показывай. Говорят, что предводитель друидов пошел с вами. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Come on. We're wasting time. Найти песню ночи. Делает свиток, связать себя с целью разряда молнии. При активации каждый ход дополнительно наносит 1.12 единиц урона молнии. Нам обоим? Я не совсем понимаю. Требуются искатели приключений для опасного и выгодного предприятия. Магистр Лоррок Акан, архимаг от Катлы, затворник башни Рамазита, ищет храбрых и предприимчивых индивидов для исследования опасного храма, поисков легендарного артефакта Песни Ночи. Пон. Рисунок гоблина. Бля, что за бутылка? Нахер мне бутылка. Ну и теперь. Бля, зачем я череп? Big mistake. Так, занятие просто тьма. Но я, если честно, хочу начать с тетушки Этель. Не уверен, что я сюда хочу идти. Так, воровское лакомство, это мы поедим, пособираем, то есть. Обескровленный кабан. Strange. It looks healthy, but it's stone dead. A dead boar. But it doesn't look like it's been touched by scavengers. Медицина, осмотреть. Плюс бонус. Блин, получается, Shadowheart вообще must have в пати иметь. А представьте, что Shadowheart была бы какой-то хуёвой. Каким-то, блин, гномом стрёмным. А без неё в пати сложно было бы, потому что, ну, вот это вот, она влияет на успех проверок. The carcass seems to be fresh, only a few hours dead. You notice two small puncture wounds in its neck. Looking closer, you can see the skin around its face is desiccated. It's been completely drained of blood. Вампир какой-то съел этого челика. Чида. Something's waiting up ahead. Да, я не хочу идти пока что. Давайте в эту сторону. Или... А, походу мы можем спуститься. О, к тетушке Этель. Реально ли дойти? Костигрип?
Интересно, в этой игре автолевелинг, как и обычно в играх, или нет? Или я могу зайти в какую-то локацию, где мне пизды пропишут? Внимание, провал. Где я провалился, в чем? Over where? Что мы увидели? Блин, с такой камерой хрен поймешь, что ты увидел. Что я где видел? Нора. Рюкзаки. 5 рюкзаков, я не знаю, пригодятся. Чешу. Оу! Хьюч! Эликсир дубовой кожи. Выпейте, чтобы повысить класс брони до 16. О! Хуяся. Неплохие шмоточки. Я думал, это 5 рюкзаков, это 5 итемов в рюкзаке. Так. Это сейчас не руна? Что я вижу здесь? Это нихуя. Блин, камера. Мне бы какую-то руну найти, чтобы порталиться, если что. Ну, вообще идем. Опа. А это кто? О, тетушка Этель. А, ну здрасте. А что у нас с двумя челами? Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. Да не, левел один. You was the last to see me, Rena. Just let her go. Тут не все так просто. You there? Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Бабка ведьма какая-то. Stop this. We won't ask again. Что здесь происходит? А кто с ними разговаривает? Подожди, это Гитьянка? Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know Почему their sister. С ними разговаривает? I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Блять, у меня не главный персонаж разговаривает. Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells! She just disappeared. Ага, не все так просто. Она какой-то маг сильный. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. Что тут нечисто? It's our sister, Mayrina. She's, well, she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Are you joking? А, блядь, они оба не одобряют. No way I'm leaving Rena to you. But, Joel... Not a chance. We're getting her back on our own. Now, come on! Блять, еще и отношения я потерял. Нейтральная 13, нейтральная 18. Хули вы не одобряете меня постоянно? Так, обратиться к тетушке Тель. Идем дальше к ней. Ну так это ведьма страшная. Так, это что, это телепорт или не?
don't mind if I do. Чем идти дальше? Ласковая записка. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. By who? Класс, сложности 20. Ого, шансы были. Сложно. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Может, не брать эту записку? Сочное яблоко. Передохните, лапулечки мои, и скушайте за меня кусочек другой. Тетушка Э. Тетушка Этель? Блять. Да, короче, так это ведьма. Не пойдем в эту сторону, я передумал. Такое. Не знаю, стоит ли к ней идти. Уже неохота. Почему я могу камеру сделать, как я хочу, чтобы мне было удобно, чтобы я мог больше видеть? Не, ну так можно больше видеть, но это тоже не то. Я чуть-чуть выше ее поднять. Ягодный куст. Малина. Ням. Так, ну что, идем в эту сторону? Или нет, или Гота обойдем? Мы в теории можем это обойти. Или мы не можем храм обойти? Мне в любом случае надо идти в лагерь гоблинов. Опыта? А за что? Ну что, мне опыт дали? Если мог забраться. Так, почему не могу посмотреть, что он выше? Какая-то атмосфера стрёмная. Может, лучше краса? Там мне вообще нет смысла идти, чешу. Light on my feet. Это я могу скипнуть, что я и сделал благополучно. А это что? А это этот храм, собственно. Yeah, they got some cheap magicka. So I start creeping round. Лютипо. Ладно. Давайте это уже тут исследуем.
раз такое дело. Кого-то видел? Стоп. Don't mind if I do. Гоблин драчун. Тихо. Я не уверен, что мы такую хуйню можем убить. Дайте-ка я сам. Можно ему подкрасться? Можно ли подкрасться и в спину бахнуть? Интересно. Оби, можно. Он меня видит все? Обеих много. Как я должен их всех перебить? Он меня не видит, да? You sniffing where you ain't ought to be, friend. Might have to take that nose. Спокойно. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. Я могу войти сюда? Прочесть мысли гоблина? Губеждение просто. Ой, бля, у меня ж нету с собой моей девочки. Класс сложности 15. ГГ. Ай. Да, придется что-то перебить. Ай, well, might be you should have, yeah? Так, ну это всего лишь один гоблин. Помогайте, тяночки. Походу придется всех убить. Так, у меня преимущество со старта почему-то. Я могу сразу сделать атаку из-под тишка. Ого. Так, це жирстко. Как долго она восстанавливается? Это атака. Так, шлем на ловкость. Можно кому-то дать. Так, ну давайте их перебьем. Growth of moss, the well looks unremarkable. Расследование, заглянуть в колодец. Хорошая ли эта идея? Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Спуститься вниз по веревке с ведром. Бросить колодец монету. The coin disappears into the darkness, landing with a soft clink. Серьезно, спускаться будем? Поганая идея. Пока не хочу. Moving in. Thank you.
Фрагмент из правдивых и невероятных приключений Теннебрукс Морро. Эти челы не враги? С этими ограми можно разговаривать? Ха. Здрасте. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Хорошие люди к ним подходили. Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Вот опять же, если бы я играл бы с одной жизнью, я бы к ним не подошел. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Oops. Удивительное красноречие для огра. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Блять. Придется обман пробовать. Верим. Упс. Упс. Бля, повторный бросок. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. А где я еще видел огров? I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. Стражники, короче. Talk. О, забудьте пару гоблинов, давайте вы будете драться на моей стороне. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Сколько ему предложить, блин? О, плут обмана, я заплачу 1000 после убийства врагов. Оно может и не прокнуть. О, убеждение. Я буду платить тебе плотью убитых врагов, ешь до отвала. О, вот это может прокнуть. Класс сложности 20? Ого. Ну, бонус 3-6. Какой будет бонус? 15, есть шанс. Прокнуло! Все, огры мои. A brilliant notion.
and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bread. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises, and never a moment before. То есть я один раз могу? Один раз позвать их. Да я вам пригодится. Пиздата. We follow the scents of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Так, ладно. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Тян, получаю вдохновение. Догры мои. Боевой рог души. Бешеную банду огров. Огров дули. Но если ты заключил с ними сделку, они попытаются пощадить твой отряд. Круто. Вообще реально круто. Мне кажется, они не пригодятся. Это чё, блин, сломанная опорная балка? А, я мог это обрушить на огров? Уже не важно, наверное. Потускневший медальон. А, это много весит. Ладно, пофиг. Someone's diary might explain what happened here. Как нажать? Я не могу повернуть камеру, бля. Старый классный журнал. Это не то. О каком дневнике речь? А, то, что я только что открыл. И? Япон. С ней опять что происходит? We should keep moving. You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Я не могу двигаться. Eager for battle. I've got a long road ahead. Куча еды. Moving ahead. Wish I had a bag of holding. Куча книжек. Опять что про богов? Меркул, бог старости и смерти. Мистра, владычица магов. Камера еле двигается, ему понять. Так неудобно все. Так, я могу этих гоблинов расстрелять? Гоблин Хабрец, гоблин Остроглаз. Мне кажется, я отсюда могу их изи расстрелять. Что я и сделаю. С удовольствием. I can't waste any more time.
пизда ему. Откуда он стреляет? Сюда. Ну и норм. Cutting to the chase. 13, получай. Захвачен врасплох. Во время своего хода не могу перемещаться, предпринимать действия или ответные действия. Вы можете лишить временно враждебное существо сознания или сбежать от него. Когда вы вернетесь позже, оно может остаться у вас дурного мнения, но не будет активно враждебным. А чё они временно враждебные? Ну, все гоблины враги. Временная враждебность. Временная враждебность. Не, я их просто поубиваю. 96% шанс попадания. Я могу снова сделать атаку из-под тишка. А, она перезарядилась моментально, потому что бой начался. Хуяси, имба. Гоу этого. Путь перекрыт. Разменяй это преимущество. Ладно, го этого добьем. Почему против этого преимущество? А против этого нет. Было изи. Как просто расстреливать? Да, по факту они хуёво стреляют по сравнению со мной. Пойдет. Глубокие раны, хромота. Удачи. Попал с такого, блядь. Ладно, не важно. А, еще один гоблин. Можно этих похуярить. Так, как мы этого будем убивать? Ждать его здесь? Another step forward. Got to concentrate. On the move. I will ascend. Вот и собрался осендиться. My path be true. Got to focus. Готово, да, уничтожим. Ждем. Ох, пизда ему. По идее, могут по КТ-то юзать, атаку из-под тяжка. Только нету преимущества, пишет. Гоу, пронзю. А, я не могу спуститься, я не понял, че. Как к нему подойти? Недостаточно движения? Серьезно? А, пиздец, мне не хватает движения. Какая помеха, блядь? Цель слишком близко. Ну, так отойди от него. 10 урона крит. Not bad at all. Time to strike. Разруби его на куски. Какая цель перекрыта? Все. Слишком мусь. Крип драконьего яйца. Так, убили этих гоблинов. Неустойчивый булыжник. Что здесь есть? Путеводитель Воло по вратам Балдура. Рюкзак. Классную позицию тут занял. У этих огров дома. Плюс переманил их на свою сторону.
Коряво нарисованная карта города обрамлена вычурной надписью. Факту никакой информации. Шэнди фейерверк. Припасы. Хил очка. На, поделиться хилками. Их очень много. I crave blood. Flaggets will be done. Still alive, so that's progress. Still alive. That's progress. Light on my feet. В принципе, можно, думаю, вычистить всю эту деревню гоблинскую на изи. Вопрос, могу ли я еще достать других гоблинов? По-моему, более чем могу. Атака из-под тяжка дистанционная. Нет преимущества, так и а если спрятаться? Помеха? Какая у меня помеха? Как я в того выстрелил, я понять не могу, почему у меня здесь помеха? Спустимся сюда. Да какая помеха, почти? Какая у меня помеха? А какая у меня помеха, я понять не могу. Почему этого чела выстрелить не могу? О, прощавай. Промах с 91%? Чё, блядь? А теперь? На, блядь. Вау. Какая сейчас тема решает? Ого. Оно прям ебурит. Так. Это совсем легко их убивать. Просто красться и стрелять в спину. Не нужны мне руки. Двуручный топор. Он такой же, как я дал Лазель. Да, походу то же самое. Это реально пока выглядит несложно. Этого чела наебеним. Я могу подкрасться вообще его спину уебать. 12. Нет, немало. А, я могу опять сразу после этого, потому что я ассасин. То есть я могу выстрелить до боя и потом сразу в бою. Вау! Вот это оно хуячит! 31! Ого! Проворность ассасина, короче. Походу, это оно, да. Не, ну оно хуярит нереально. Мне нравится два выстрела подряд так делать. Это жестко. Окей, это было изи. Oh,
Так, сколько здесь еще гоблинов? Так, хули камера не поворачивается? Или их тут нету больше? Чудеса Фандалина, это что? Там есть домик гоблина? Хрен его знает. Кажется, это еще буду долго чистить. Тут немало в целом должно быть. Магия плетения, вступление. Ни разу не читал. Что из плетения? Это исходный материал, из которого сплетают всю другую магию. Так и не понял, это отдельная школа магии, это в целом основная школа магии, из которой вся остальная магия идет. Не понял, сверху кто-то есть или что, почему-то красное? А чей это угол обзора? Такое ощущение, что сверху кто-то стоит на этой площадке. Куда ты идешь? Что за хрустальный шарф? Что за хрустальный шарф? Где его положил? Фу. Гнилой гриб. Мерзость какая. Бля, кнопки не работают в игре, я не могу развернуть камеру. Пиздец. Не знаю, это баг или что, я нажимаю вот это вот колесико мышки, которое должно разворачивать, но не работает. Лакулит. Лакалут. Зелье сна. Противоядие. Зелье лечения. Полынь. Записки аптекаря. Кинжальник. Эль, ледяной поцелуй. Полынь? Полынь? Чего он мне просвечивает дом? Я не просил. Я могу кого-то застрелить, или тут никого нет? Да, блять. И флаконы для зелья на будущее, без понятия. Тут, походу, не нужны пустые бутылки, как в Divinity. Это был кринж, эти пустые бутылки собирать. Так, что я могу еще накрафтить? Лакалут. Вот это могу накрафтить. Порос какой-то могу, блять.
подставы для оружия могу обычно я накрафтить. Что делает обычный яд? Обычный яд. Покрыть используемое в данный момент оружие ядом, когда вы попадаете по противнику, то должен пройти испытание выносливости КС-11, или он станет отравлен. КС это что? Класс сложности. А, понял. Я понимал, что такое 11, просто... Все, конечно, понятно. Очищаем здесь, я, наверное, сохранюсь. Буду уже на стриме деревню прочищать. Походу, еще надо будет много кого убить. Походу, тут чел стоит сверху, потому что, ну, что-то красное, непонятно что. Но вообще, это выглядит изи. О! Это этот, руна какая-то, да, там есть? То есть можно телепортироваться сюда? Правда, я ее не вижу. Где она находится? На камне каком-то. Где она? А, вот она. Ну все. Я доволен. Все четко. Играть становится интереснее, 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 но очень сильно мешает погружению то, что я не могу умереть. Вот то, что мы подошли к ограм, да. Ну и в принципе, ну, а если бы ничего не получилось, ну и что? Вы представьте, как можно в этой игре обусить? Ты же можешь постоянно сохраняться, кидать кубики, потом лодиться, кидать кубики, лодиться, кидать кубики, лодиться, кидать кубики, лодиться. Такое на самом деле. Это неправильно. Все неправильно. Уже целых 11 часов 32 минуты. Я буквально только-только начал. Я только начал. Так, на сегодня все. На сегодня. Этот вот будете смотреть, в принципе, получается, ну, в день стрима. Спойнк.